Так, приветствую всех, всем доброго вечера, ну, хорошего времени суток, я не знаю, сколько у кого время, вот, меня давно не было на канале, наверное, несколько дней уже я скучаю по заливкам, и вы, наверное, уже скучаете без меня, я так думаю, а то там Лен мне штраф выпишет, я уже думаю, нет, надо появиться, чтобы мне штраф Ленка не выписала, вот. Что сегодня я хочу вам показать? Значит, вот такую вот интересную штуку, да? Ну, буду эксперименты проводить, в общем, опять экспериментатор я. Вот, и сейчас я вам покажу, что это. Это у меня лейка, только не смейтесь. Вот, видите, это такая силиконовая лейка. Я не знаю, когда-то я ее брала. Зачем вообще я ее брала, тоже не помню. Но вот она мне сегодня попалась на глаза, и я решила что-нибудь из нее, значит, проэкспериментировать. Вот. Так, ну, что вам еще сказать? Скажу так. Значит, будем делать цвета красный. Вот я размешала, значит, белый мой. Вот он. И почему я вам показываю белый? Потому что это акриловая краска, вот которую я вам показывала. Ну, дома красит стены там и всякое такое. Вот такая. Короче, краска, в общем, сказала. Вот. Буду делать вот этой лейкой. И сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Да, у меня еще есть вот такая штука. Ну, сейчас я посмотрю. Вот я вам показывала, что я ее приобрела. И тоже, может, что-то из нее сделаем. Вот. Это, наверное, будет не так долго. Может быть, я надеюсь, как всегда. Теперь смотрите. В белый я добавляю силикон. Вот. Вот у меня есть белый. Значит, я добавлю несколько капель силикона. Раз, два, три. Ну, пусть будет четыре, ладно. Так, вот белый у нас есть силикон. Я добавила в белый силикон. Дальше. Вот в этот красный тоже капну. Наверное, пару капель, много не буду. Ну вот, раз, ну, два, все, хватит. Чтобы не было много у нас силикона. Вот у нас вот в этих маленьких вот стаканчиках теперь есть силикон. А в этот зеленый я добавлять не буду. Вот он в бутылке. Посмотрим, как он получится. Может быть, вместо зеленого я желтый добавлю. Вот у меня еще тоже разведенный. Ну, сейчас посмотрим, в общем, по ходу дела уже. Так, что буду делать? Смотрите. Значит, заливаем по очереди, и заодно, пока она там будет заливаться, вот я вот так вот заливаю по чуть-чуть, значит. И знаете, что я хочу? Немножко приподниму вот так вот холст. Вот я поставлю камушек сюда, вот чтобы он немножко был приподнятый. Значит, заливаю так по очереди. Значит, белый, красный, вот. Тут есть силикон, правильно? Опять же, белый добавлю. Вот. Посмотрим, что у нас получится. Давайте попробую добавить вот этот зеленый. Значит, опять же. Теперь можно добавить вот белый без силикона даже. Вот чуть-чуть. Посмотрим, что. Потому что там уже есть силикон везде. Вон, видите, уже получается. Вот. Вон уже выходит. Ячейки вон пошли. Это то же самое, как открытый стакан. Но тут немножко по-другому. Потому что там открытый стакан же большой. Большая такая, да, круглая. А это вот, видите, она немножко будет по-другому смотреться. Так, ну давайте еще сейчас добавлю вот такой белый. Ай, много не надо. Вот посмотрим, какой эффект он даст, как получится. Зеленый. Так, вот. Вечно что-то тут у меня. Не знаю, добавить еще. Желтого или не надо, сейчас посмотрим. Вот я весь добавила белый.
Так, а теперь мне надо немножко... А, ладно. Сейчас посмотрим. Так, ну вот. Вот такая интересная у меня получилась. Может, еще чуть-чуть сейчас добавлю. Ладно. Немножко красного. Вот теперь уже без силикона белый. Потому что в красном уже был силикон. Вот. И еще немножко зеленого. Давайте. Вот желтый, видите, ничего не добавил. Так. Теперь. Это делаю аккуратнее, потому что это же силиконовое, чтобы не растаяла она у меня. Так, ну вот, ячейки появились. Так, теперь я вот это вот убираю. Вот, видели? Вот такая штука. Так, дальше делаем. Что мы делаем дальше? Так, а дальше я, значит, вот так вот сейчас обмажу немножко белым. Так. Вот так вот. Ну, наверное, это как всегда мы делаем, да? Сейчас посмотрим, что у меня получится, какие ячейки, вот, и вообще какой эффект. Ячеек, конечно, много уже появилось. Так. Каких только экспериментов не сделаешь. Потому что не знаешь, чем заняться. Нет, вот как все должна, нет, я вот делаю что-то свое, что-то там экспериментирую, спрашивается, зачем, когда можно сделать что-нибудь одно. Ну вот мне интересно так. У меня не было идей никаких вот эти дни, поэтому, наверное, было затишье. Так, ну вот, что теперь? Теперь посмотрим, как сделать, чтобы получился у нас красивый такой рисунок. Мои собаки опять что-то там лают. Наверное, за какую-нибудь косточку ругается. У меня три щенка. Вы уже их видели. Так, сейчас подожду. Чуть-чуть в эту сторону. Так, дальше не надо. Вон, видите, какие ячейки большие. Угу. Так вот. Ну вот, видите, какие ячеечки-то большие. Вот, смотрите, какие большие. А это под все потому, что вот, вот открытый стакан то же самое получается, да? Но здесь мне кажется, что то, что носик был такой вот узкий,
Сейчас это я еще не делала вот этой горелкой. Ну вот, наверное, хватит, я думаю. Все, нам этот камень уже не нужен. Так, сейчас посмотрим, что у нас тут получилось. Так, сейчас. Добавим сюда, чтобы уже у нас было. Добавим вот сюда. Так, и добавлю вот сюда. Чуть-чуть. Все. Вот такой вот интересный у меня рисунок получился. Сейчас еще горелкой и посмотрим, что там дальше. Угу. Вот так. Все. Вот такая красота, дорогие мои, видели? Вот иногда нужно отдыхать. Так, смотрите, как прелесть какая. Оу. Все. Вот так вот получилось. Вот можно чуть-чуть еще даже тудым-сюдым, и получится супер. Вот так. Растянуть можно их. Это вот акриловая краска, которую красит дом. Ну, комната, стены, я не знаю, все такое вот. Вот так получилось у меня. Вот. Всем спасибо за то, что вы смотрите меня, дорогие мои. Вот. И новым подписчикам всем спасибо. Задавайте вопросы, если кому что-то интересно. Если я знаю, так я отвечу. Если я не знаю, ответят подписчики. Так что это, пишите комментарии. Делитесь видео. Как я всегда говорю, смотрите, какая красота. Вот сейчас еще постоит, и вот так вот будет. Сейчас я вот, может быть, еще одно видео запишу. Вот попробуем сделать вот той, которую я вам сейчас показал. Вот этой лейкой получилось вот так. Все. Всем пока-пока. Сейчас я попробую залить еще один холст маленький такой же. И дальше уже, значит, поставлю. Спасибо всем за просмотр. Вот, на самом деле, постараюсь сделать все возможное, чтобы были интересные работы, чтобы не, ну, как бы, чтобы вам нравилось. И если кому-то, может быть, какие-то у вас вопросы, то задавайте. С большим удовольствием отвечаю, комментирую. Вот. Такие дела. Ну вот, всем пока-пока, мои хорошие.